Хей-я. Лаги. Так, ну что, нам к заданию. Куда нам тут примерно? Тут рядом, кстати говоря. У нас не хватает, по-моему, одного призрачного ночка. Ну ладно, пускай. Сейчас мы добежим до очередного задания. Хотя, я думаю, стоит прикупиться. Закупиться слеганцем. Руки прочь. Подумай лучше о себе. Скажи, кого ты. По-моему, здесь где-то, да, вот магаз. Руки прочь. А, вот он, на той стороне где-то. Если, наверное, нам удастся пройти через здание, да. Хм, здорово, кстати, здесь так. Ну, хорошо. Давай посмотрим, что тут у тебя. А, у нас же денег-то почти нету. И у нас, в принципе-то, все по полной. Офигеть. Отмычки даже. Все как надо. Так. О, Элизабет, как я мимо тебя пробежал. Конец Робеспьер. Ну, это задание не такое сложное, как предыдущее. Но предыдущее, я вам скажу, не на 5 баллов сложное. Оно... Я получил письмо. Не знаю даже. В чем дело? Возможно, с Робеспьером мы перестарались. В смысле? Он арестован. Что? Он стал говорить о борьбе с врагами государства, и комитет ополчился на него. Его везут в Люксембургскую тюрьму. Казнь назначена уже на утро. Нам надо успеть раньше. Робеспьера на гильотину! На нем кровь Дантона! Слава Робеспьеру! Кто-то говорит «Слава Робеспьеру». А, все, понял, это... Обычные граждане здесь стоят. Так. Что за чё? Следуйте. За единое я смотрю. Ну хорошо, сейчас посмотрим. Так, а это, видимо, карета Робеспьера, я так понимаю. Так. Что за чё? Это были гвардейцы. Ага. Эскорт Робеспьера. Чёрт, если он ушёл... Не будем паниковать. Вот тут есть. Может, удастся понять, что случилось. Следы? Ну-ка, расскажите, что было тут. Элиза! Что случилось? Была засада. На нас напали солдаты Парижской коммуны. Пытались вызволить пленников. Робеспьера увели? Не знаю. Я отстал, но видел, что они ушли туда. Спасибо. Тебе бы ко врачу. Ясно. Если его не освободили, скорее всего, он уже в тюрьме. А если нет, значит, они поблизости. Ведь сейчас половина города ненавидит Робеспьера. Я в тюрьму. А ты постарайся выследить нападавших. Ага. Ага. Ладно, так же быть, типа того, да? Ну, вот, что-то у нас тут есть. Ну-ка посмотрим. Так, с этими ничего. Так, а вот там еще один у нас. А, с этим ничего. Так, а что мне по заданию надо было, я забыл. Так, а что с этим? Куда они ушли? В ту сторону. Куда? Туда, да? Давайте посмотрим, что тут у нас. Какие подсказки нам даются? Неужто не... А, ну вот, да. Робеспьер? Внизу! В каком низу еще нафиг? Там где-то, походу. Бегите, да, вот он. Мы сдержим их до подхода подкреплений. Вы герой Франции. Не понял.
А что надо с ним делать? А, просто идти. Арно, быстрее, прошу. Арно? Кто сказал Арно? Давай, давай, давай. Не хочу вмешиваться в конфликт. Пожалуйста! Каким образом я жив остался? Пожалуйста, пожалуйста. Я вроде не вмешиваюсь в конфликт. Походу в замок что ли бежит или куда? Давай, давай, Арно. Быстрее, да, он запрет. Чё? Слава богу, вы целы. Вся коммуна за вас. Спасибо, сержант. Благодарю вас за преданность. Идите внутрь. Скоро прибудут войска конвента. Конечно. Полностью вверяю себя вам. Отлично. Мы успели, я вам скажу. Справились на 5 с плюсом. Известно, что парижская коммуна... Так, а нам вон туда надо. Тем открыто начала мятеж против народа. Погнали искать пути подступления на этот раз. Так. Мы должны забраться на дворец, чтобы оценить обстановку. Оценить все возможные входы. Возможности проникнуть к нему. Но я не очень люблю эти замки, поскольку... Так, у нас, значит, не вмешиваться в конфликт до сих пор. Так, вот этот вот. И дверей. Ну, с дверями у меня проблемы, потому что, да, не очень я умею. Не то, что умею, а FPS не совсем позволяет, но этим мы еще, с этим мы еще... Так, а я надеюсь, я правильно... Да-да-да, вот он, этот замок. Так, здесь мы находимся в запретной зоне. Давайте подниматься выше. Там оценим обстановку. Посмотрим, где у нас цель. Так, ну значит, нам нужно идти на другую часть, видимо. Кстати говоря, по карте у нас здесь башня, что ли, какая-то? А, ну у нас здесь территория вроде захвачена, да? Может, мы здесь уже были? Ага, вот там я вижу стражников. Даже подо мной, но нет никого. Так, хорошо. Так. Ой. Так, ну это ладно. Нам надо на другую сторону, походу, перебираться. Там... А, так вот он. Так, только надо посмотреть, как к нему лучше подступиться. Так. Я не знаю, здесь окна есть открытые так-то. О-о-о-о-о, это наша тема. Так, надеюсь, никого-то посторонних не было, кроме него. Да, вроде нет. Так, смотрим. Что у нас здесь? Так, я вижу открытое окно. Здесь противники. Снаряд призрачный клинок. Ну это, кстати говоря, круто. Здесь дверь, к сожалению. Так что надо идти друг... Хотя, подожди, дверь. Так, дверь. У нас, кстати, по заданию. Ладно, давайте попробуем. Сейчас мы кое-что сделаем. Отлично, мы справились.
Я выключал программу, чтобы все-таки как-то удобнее. Чтобы увереннее открыть, лучше открыть дверь, скажем так, быстрее, потому что чем программа немного FPS отбирает, конечно же. Так, вот там еще один есть. Здесь где-то. А! Нет. Это немного опасно. Мне все-таки запалил. Ладно, открываем. К черту! Робеспьер уже? Можно ждать Жермена. Жермена вас предупреждал. Вы один из них, да? Ассасин. Уже нет. Где Жермен? Элиза. Так. Времени мало. Где Жермен? Я ни за что не скажу. Ну-ну. Пишите. В храме. Ну, конечно. Наслаждайтесь правосудием революции. Давай, беги. Взять! Ну все здорово. Задание компании выполнили. Ну, с дверью, кстати, круто получилось, я считаю. Надо сундучок попробовать какой-нибудь. Также. А у нас отмычек, наверное, нету. Ну ладно. Так. В следующий раз будем так делать. Отключать программку. Так, вот здесь у нас цель есть. Думал, мы не догадаемся? Ничего нет. Шутов никто не любит. Все рассказал. Вот это круто было сделано. Так. Лекарство. А, к сожалению, максимум лекарства уже. Ну хорошо, погнали. Нам, кстати, куда? Далеко нет. Так, сейчас мы посмотрим. Так, а здесь нету быстрого перемещения. Но тут рядом должно быть. Ну хорошо. Придется немного побегать. Обязательно сейчас доберемся. Мы узнали, где этот Жермен, по-моему. Зря он нам не сказал, где Жермен. Так бы остался здоровым. А то Элиза не в настроении, видимо, была. Тут можно почитать, кстати, если хотите. Вот. Могу. Ладно. Да. Так, а тут дверь какая-то, что бы это значило? А, ну, это взломать. Сложность 1. А что там у нас будет? Просто письма. А это что за чувачки? А правда, а что не зеленый? Как... Знакомые друзья, что ли? Так, нет, этих слишком много. Здесь не хочу участвовать даже. Хорошо. Хорошо. Ну вот мы уже добрались. Видите, область. Ну этот, видите, они нам ничего не делают. Это такие стражники, скажем так. То есть люди... Охрана города, можно так сказать. То есть враги нас другие в другой одежде. Но вот задание, да, видите, здесь область такая еще. Так, а у нас по... Так, ну у нас все целое. Я даже ничего не использовал. Это очень круто. Так, магазин нам... Отмычек можно, правда? Я не знаю, недорогие, наверное. Да у нас денег-то мало. О, 800. Ну, так, нормально. Отмычек 3. Ладно, я думаю, сойдет.
Я так понимаю, отмычки не ломают, не используются, если, например, я, ну, например, открыл дверь, и отмычки не использую. Если я не сломал ни одну отмычку, то, естественно, они никуда не деваются. Это очень круто. Элиза, привет.